Жизнь – это бесконечный источник знаний и открытий. Для нас с женой изучение культуры и традиций друг друга не просто хобби. Это помогает лучше понять друг друга и окружающий мир. Сегодня мы узнаем больше об истории некоторых мест в Себу. В прошлой серии мы побывали в удивительном сафари, и Дарлин наконец-то увидела свое любимое животное – капибару. В часовне на площади Сукбо находится один из самых важных исторических памятников Себу – крест Магеллана. 500 лет назад, во время первой кругосветной экспедиции, Магеллан и его команда высадились на неизвестную для них землю. В то время остров Себу был столицей королевства Хабиан. Местные жители, во главе с Раджой Хумабоном, были настроены к европейцам дружелюбно. Магеллан тоже был рад встрече и быстро нашел общий язык. Договорился о союзе между Испанией и Хабианом, крестил Раджу и многих его подданных в христианскую веру, а в центре города установил деревянный крест. Это событие стало началом распространения христианства на Филиппинах. Местные жители считали, что крест обладает чудодейственной силой, поэтому стали молиться у него о здоровье и благополучии. Со временем он стал настолько популярным, что его начали раскалывать на кусочки, чтобы получить благословение. Правительство Филиппин решило защитить крест от дальнейшего разрушения, и для него изготовили короб из очень прочного дерева тиндало. Наше внимание привлекли женщины в белых и желтых одеждах. Они продают туристам свечи разных цветов. Каждый цвет символизирует разные намерения. Красный – любовь, зеленый – успех, розовый – счастье, желтый – здоровье и мир, синий – преданность. Свечи продаются по 10 песо за штуку и уже включают в себя молитву синук, которую произносит продавец. Свечи остаются незажженными, чтобы не загрязнять святыню дымом. Неподалеку от часовни стоят торговцы сувениров. Эти красочные магниты на холодильник стоят всего 20 песо за штуку. I bought present for sweetie. Yeah. Very good. Yeah. Этот парень продает украшения из жемчуга и браслеты на удачу. Swan tiger. Yeah. And how much? This one 200, this one 1000. This 1000? Yeah. Yeah. This one tiger eye. Tiger eye? This one from the sea. From the sea? Yeah, from the seawater. На улицах Себу можно найти много интересных вещей на продажу. Многие из них сделаны вручную. Например, эти сумки с надписью «Себу». Или ветряные колокольчики, сделанные из красивых ракушек. Нам понравились эти укулеле. Мы с Дарлин хотим купить что-нибудь похожее в будущем. Солнце в зените, и воздух раскален до предела. Люди прячутся в тени домов и магазинов, чтобы спастись от жары. Очень хочется пить. К счастью, мы нашли уличных торговцев, которые продают кокосы. Один кокос стоит 40 песо, и его хватит нам на двоих. Fresh coconut juice from the side of the street. Yeah, very nice. Очень хорошо освежает в такую жару. I was so thirsty.
Главное не пролить на футболку, а то Дарлин будет сердиться, потому что кокосовый сок, он не отстирывается. Мы хотели посетить еще несколько исторических мест, но внутрь с видеокамерой не пускают, на дроне здесь тоже летать нельзя. Сегодня так жарко, и мы решили отдохнуть в торговом центре неподалеку. Огромная гитара, украшенная цветами, сразу привлекла наше внимание. Мерцающие огни создают праздничную атмосферу. Во время прогулки нас узнала подписчица и ее муж. Они пригласили нас пообедать вместе с ними и прогуляться по торговому центру. Этот огромный магазин называется S&R, что означает Сол и Роберт Прайс. Отец и сын основали этот складской клуб в 2001 году. В нем продаются импортные товары из разных стран. Но большинство товаров – это известные американские бренды. У нас в Давао есть этот магазин, но мы в нем никогда не были. Здесь продают разные вещи, включая бытовую технику. Есть огромные холодильники, электрические плиты разных марок. Мы с Дарлин мечтаем в будущем купить кофеварку и вырастить собственное кофейное дерево. Здесь есть бесплатные дегустации. На этом стенде предлагают попробовать разные сорта вин. Наши новые друзья подарили нам эту коробку с набором праздничной посуды. Они также нашли одеяло, которое можно купить по цене одного. Может быть, именно это люди часто ищут в таких магазинах. Купи одно, получи еще одно. В этом проходе продается постельное белье разных дизайнов. Вот стоит маленький генератор, очень полезная вещь в частном доме. Здесь продаются даже шины. А вот это? Yes, what was the taste, ma'am? Tastes like grass. Grass? Is it matcha? Tastes like matcha. Yes, ma'am. Yes, sir. It tastes like a matcha pizza, sir. Like tea? I'd also take this one, ma'am. But this one, ma'am, is granulated or the refined sugar, ma'am. The full one. Tastes like calamansi juice. Yes, ma'am. Malunggay calamansi juice. So kilo is 4.45 and 2 kilos is 5. Да, кислый, кисло-сладкий, такой ярко-зеленого цвета. С лимонным вкусом каламанси с малангаем. Дарлин нашла кое-что интересное. Леденец больше ее головы. Большой. Большой? В этом магазине также огромный выбор десертов. Торты и кексы выглядят очень аппетитно. Прежде чем вернуться в отель, мы заглянули в другой торговый центр, чтобы поужинать. Рождественские украшения здесь очень красивые. Филиппинцы не сдерживают себя, когда дело доходит до рождественских праздников.
мы нашли маленький филиппинский ресторанчик. Он похож на уютный традиционный филиппинский дом. Нам принесли еду, и мы очень удивились. Порции просто гигантские. Время пролетело незаметно, и мы попрощались с нашими новыми друзьями. Мы очень рады, что нам удалось провести время с такими замечательными людьми. И надеемся, что встретимся с ними снова в будущем. Последний наш день в Себу мы решили посетить еще пару известных туристических мест. Дарлин предложила посмотреть храм Лии, и мы отправились в путь. Храм в римском стиле расположен в высокогорном барангае Бусай. Его история такая же, как у Тадж-Махала. Мавзолея, построенного как символ неугасающей любви. Этот храм построил Теодорико Адарне в память своей покойной жены Лии. Она была спутницей его жизни на протяжении 53 лет. Строительство храма началось в 2012 году. Изначально он строился не для туристов, а для хранения вещей Лии. Люди стали приходить сюда из-за красивого строения и прекрасного вида на город Себу. Семья владельца решила сделать из этого бизнес и начала брать плату за вход. На эти деньги они продолжают строительство храма. Храм состоит из 24 палат. В них есть художественная галерея, музей, библиотека и многое другое. Его украшают статуи римских гладиаторов, львов и ангелов в натуральную величину. Такое ощущение, что мы перенеслись куда-то в Европу. Широкие каменные ступени ведут к портику с высокими мраморными колоннами и вестибюлю, где возвышается медная статуя Лии. Многие люди фотографируются на фоне статуи. И Дарлин даже стала фотографом. Внутри храм похож на музей. В коридоре стоят большие портреты и фотографии. Это, наверное, Лия. Она выглядит очень красивой. В этой комнате выставлены керамические статуэтки. Большинство из них похожи на принцесс или дам викторианской эпохи. Thank you.
Есть также комната с огромными вазами. На некоторых из них китайские надписи и рисунки. Выглядит винтажно и красиво. Наша последняя остановка на сегодня – Даосский храм. Он расположен в Беверли-Хиллз Сабдивижн, в нескольких километрах от города Сибу. Храм стоит на холме, и мы с Дарлин приступили к восхождению. Посетителям не нужно платить за вход. Мы немного запыхались, когда добрались до вершины лестницы. Но это того стоит. И сам храм, и место, где он расположен, выполнены в лучших китайских традициях. Изогнутые крыши украшают фигуры драконов. В китайской культуре они считаются символом силы, мудрости и удачи. Вокруг развешено множество красных фонарей – символ света и надежды на лучшее будущее. Даосизм – это древняя китайская религия и философия. Она учит, что люди и животные должны жить в гармонии со Вселенной. Мы заворожены тем, как красиво это место. Несмотря на множество туристов, здесь очень тихо и спокойно. Со смотровой площадки открывается великолепный вид на город Сибу. Тучи начинают темнеть.
Наверное, скоро пойдет дождь. Несмотря на то, что это приключение было коротким, оно было очень насыщенным. Мы очень счастливы и довольны тем, как провели наш последний день в Себу. В следующей серии. Мы отправляемся в Кларк. Это не входило в наши планы. Coca-Cola. Yeah. Red.